Следующий пункт. Нужно делать пожертвования. Пожертвования – это все развивает принцип отдавания. Что значит принцип отдавания? Это означает, что если я что-то делаю для людей… А я дальше сейчас пойду. Вот. Делайте больше, чем у вас просят. То есть, если вы что-то делаете больше постоянно, это рождает дисбаланс, но хороший. То есть, вы даете больше, это означает, что вам приходить все равно будет больше. Понимаете? То есть, вы устроились на работу, делайте больше там, чем от вас просят. Ну, просто как бы сознательно. Знаете, я вот посмотрел, вот вы мне сказали вот это все делать, но я там слышал, что вот еще вот это. Я говорю, да, я не знал, слушай, давай так попробуем. Это будет вашу ценность как специалиста повышать на работе? Да нереально, вы там будете двигаться просто. Можете стать партнером этого человека. Никаких проблем нет. Хуже всего, знаете, такое унылая морда такая, которая сидит. О, а что, я работаю за зарплату, все, уже 5 часов я пошел, вообще все сделал. Ну, сдай работу, раз ты тогда сделал это все. Ну, я все делал. Так ты ж не доделал работу. Ну, я старался что-то там такое. Ну, то есть, понимаете, человек делает, но вот он не может даже до 100% никогда добить. И, ну, таких людей все ненавидят тихо. Говорят, нет рабочих мест. Знаете, вот люди все ищут, все хедхантинговые агентства, которые там занимаются персоналом, они все ищут специалистов. И в чем проблема, знаете, их просто нет. Они на вес золота. А чем наводнен весь мир? Каким-то мусором просто. Людьми, которые не хотят вообще ничего делать. Ну, не хотят делать нормально простую работу, за которую они взялись, в принципе, даже за деньги делать. А даже если они бескорыстно делают, они все равно делают плохо. Тамагуна конкретная, да. Спасибо вам большое. По-русски сказали, да. Тамагуна. Да. Вот. Второе. Учитесь и предлагайте новое. Предлагайте этому миру новое. Учитесь новому. Предлагайте новому. Новое. Ну, не надо это жать в себе. Классная вещь делиться со всеми. Вот честно скажу. Вот я вот что-то услышал и приехал сюда и с вами делюсь. И это классно. Это рождает, знаете, в ком изобилие? Во мне. Серьезно. Вот поверьте, так оно и есть. Оно так и работает. То есть учиться и передавать, учиться и передавать. Это классная вещь. Сначала отдавайте, работайте в кредит. Знаете, типа, я, ну, не буду работать. А как я буду предпринимателем? Там ничего не понятно, а где зарплата? А не будет зарплаты больше никогда? Нет. Будет другая вещь. Но сначала нужно что-то сделать. И сначала сделать это в кредит. И ты не знаешь, когда он будет возвращаться. Такая вещь. Создавайте изобилие. Ну, вот я назвал это. Делайте на 108%. Делайте больше, чем от вас просят. Просто давайте больше всегда. Больше, чем получаете. И в мире будет создаваться изобилие.